В Красноярске идет оттепель на выходных. Синоптики обещают настоящую весну. Температура поднимется до 0 градусов. Сегодня еще ожидается до минус 7 в дневное время. Ночью погода изменится не сильно, около 9, ниже 0. А вот уже в субботу начнется потепление. Минус 1 днем, небольшой снег и ветер до 4 метров в секунду. Комфортная температура будет и в ночь на воскресенье, минус 3. Последний день недели порадует нас поистине весенней погодой. Синоптики обещают 0 градусов. Но, к сожалению, долго такая погода не простоит. Уже во вторник температура начнет падать.